А вот новая партия вакцины против гриппа в Кировскую область уже поступила. Одна предназначается для вакцинирования взрослого населения. Об этом сообщили в правительстве региона. Объем поставки более 198,5 тысяч доз. Вакцинация будет проводиться в поликлиниках, а также в организованных коллективах. В условиях эпидситуации план вакцинации на 2020-2021 годы был увеличен до 60% от численности населения региона и составит 715 тысяч доз. В правительстве отметили, что делать прививку от гриппа нужно в первую очередь тем, чья работа связана с широким кругом общения, чтобы не заболеть или перенести заболевание в легкой форме.